Ты заказал деньги, а потом, допустим, тебе говорят: Димон, ну это, что-то тут сложное такое случилось, оно. Ну подожди, один, другой, третий, а где что это самое, сам будешь жить? Да, знаете, на какой хрен ты будешь? Один человек машину у нас вот сделал, он сделал ее полностью. То есть папа, извините, ему машину Audi Q7 свалил из 4 частей кузов. Ага. А он вдох 70 тысяч на покрытие. Ну вот, видишь, как-то это... Пока еще интереса горит, я на вас заявление напишу, вы угрожаете мне и моей семье. Ну вот так, нет, да. Говорим, да кто тебе угрожает? Как бы, ну, вот ясно. Так вот, если взять, сказали... Покажи нам вот, что мы сделали неправильно, если мы неправильно сделали, еще что-то. Ну, а человек... Короче, и таких случаев хреново туча. Да. Вот просто было, как говорится, сказать, белое, перевернули на черное. Ты был прав, а тут тебе сделали крайним виновным, ё-моё. Поэтому у нас, чтобы с тобой были такие доверительные отношения... Это только раз. Уж к вам-то мне. Не, ну вот. Сначала, как говорится, деньги, а потом стулья. Вот это будет то, что надо. Может, я с тобой потасуюсь немножко. Я тут как раз сниму вот это вот все, знаешь. Блох, хрох. Насчет этих машин. Че и как. Вот. И, значит, заделаем ту машину, потому что сейчас вот я, допустим, бы поехал на ней, она бы стекло пропускала. Угу. Ну и все, какого хрена там льется. И это, ты там, пожалуйста, посмотри, что там можно с этим, знаешь, вот где она там пропускала, сделать этот, она как жучок этот или что там. Рыжик? Это. Ну, да, что-то. Да? Ну да, ржавчинка, что-то сделаем как-то ее там заделать, чтобы она, знаешь, ездила это и сделаем. Радовался. 90 тысяч километров, значит, пробежала. Ну, это для них. Слушай, ты знаешь еще, Дим, смотрел, что тут эти колодки, мол, что-то там подтерлись. Сейчас посмотрим. Тогда говорил, мол, можно, или там надо заменить, или можно заменить. В случае чего, так и раз, тогда закажем. Да, я с тобой немножко потасуюсь. Тем более, если полтора часа, хрен с ним. Поеду. Как там здоровье у отца? Хорошо. У меня сестра вот родила буквально. Нормально, да? Все нормально. Кого ж родила? Мальчик 4600. Все, богатый целый. Так что поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Сейчас опять в Ростов увезли, лежит в Ростове, Оля. Ну, на канал заходит и это, интересуется там то все, и она как раз занималась там по моим книгам. Она говорит, и я это, 19 лет. Ну, до этого она говорит, постоянно что-то я болела, то простуду, то хрену, то есть ребенком уже она так болела, потом... В 19 лет вышла замуж, и это, и говорит, 22 выкидыша было, представляешь, у нее, говорит, ничего не берется там это, и этот уже говорит, да, ты там ничего что-то там и не родишь там, и так далее, вот. Она говорит, я занялась тогда по твоим книгам, то все там поделала. А после этого она 4 родила еще. Были миомы, говорит, хриомы после этого, ну потрясение такое. Ну, говорит, у меня там полипы, миомы, там мне, говорит, что-то делали, ну, операции вот эти вот все, там что-то вырезали, зарезали, что-то там такое. И в итоге это,
Врач говорит, ну ты никогда не родишь, потому что у тебя этот самый, не матка, а какой-то пузырек стал, там, знаешь, она же должна там мясо быть, что-то там такое. Говорит, а я вот позанималась, и только раз, и родила, только, опа, четверых. Потом еще с мужем там. С мужем там проблемы были, потом мать умерла. Ну, короче, вот на этой почве все они там. Вот, так что она прошла, и говорит, это, и сейчас я этот, более-менее нормально я себя чувствую, там, то есть, все там занимаюсь. Единственное, говорит, я в свое время это, на базаре работала, и это, перемерзли ноги, говорит, тогда молодая была, ничего, сейчас, говорит, болят. Да. Что там делать? Говорю, ну партии их, расход так по партии их и все. Так что она знает, говорит, что и как вот. Там главное, чтобы не залечили, потому что к ним сейчас в руки попадешь, они никуда. А ты как раз завтракал, да? Нет, я машины разгонял. Вы просто подъехали, я думал, успею еще это. А вы как раз подъехали, а у меня вон стоит три машины, они, так сказать, не ездят. Их толкать надо. Я пока их растолкал. Ну, я думаю, что-то ты долго, может, что случилось. Сам знаешь, надо назнать, что там, что-нибудь там произошло какая-нибудь. Не-не-не. Я просто папа проспал, и чуть раньше бы я ждал его, думал, с ним перетолкаюсь. А папа у нас... Перетолкаюсь, да. Мне пришлось тут самому. Ну нормально, там ездите по городу в Ростов, то все, вам никто ничего. Да, ну перед Ростовом там останавливают, спрашивают, куда вы направляетесь, там, потому что мы заезжаем через Северный на втором кольце. Угу. И там прямо пост стоит, останавливаюсь, просто куда, я говорю, да сестру положили, вот, вещи везу. А, угу. Да, без проблем проезжайте, все. Угу, угу. Как бы таких проблем нет. А мы тут 24 апреля, где-то 25, ну цикл поедет. В Сыктывкаре машину покупала, знакомые смотрели. Вылетел у меня друг, разбил машину, забирать ездили. А вот тут так это где-то с полмиллиметра, наверное. Зазубринка проточилась.
Да, он тебе, ну, лучше поменять немножко заранее, чем потом затянуть с этим. Ну, как бы, всегда с колодками, по крайней мере, для папа всегда так говорит. Ну, допустим, это когда? Это тогда ты еще сказал, я что умеешь. Я вам скажу, ну, вы на нем часто ездите? Ну, не особо так, но езжу. А это что ты снял такое? Это что-то тут направляющее. А, вот. И по ним колодки двигаются. Угу. Ну как бы некоторые их не смазывают вообще. Ну, я считаю, раз колодки по ним двигаются, значит они должны быть смазаны, чтобы они лучше двигались. Ну да, а то вот на том я ездил, я говорю, любимые, ты же супа закисал. Никто ничего не смотрел. Угу. А этот мне постоянно смотрит. Вот насколько я у них был там. И это. Не, я к колодкам всегда, ко мне люди приезжают, некоторые говорят, как ты к колодкам прямо это, а? Суппорта. Да, вот суппорт. Постоянно вот это вот смазывать, не смазывать, я вот стараюсь, чтобы это все было сделано. Это смазка какая-то особенная или что-то? Высокотемпературная. А, вон она. Конечно, здесь же температура, это колодки, диски, все нагревается очень сильно. А обычная смазка, она просто потечет, высохнет и все. А это нет. Или запечется, да? Да. Это, с этой такого не будет. Угу. У нас 20 числа, в районе 20-х, на выходных, будут соревнования проходить здесь, в Каменске, по гонкам. На моциках? Нет, на джипах. Ну, это квадроциклы, конечно, вроде говорят, будут участвовать, но в основном это джипы будут. Ну, это спортивные вот эти квадроциклики, да? Нет, это именно джипы. Вот и вот такие вот? Ну, такие вряд ли, потому что там такое по бездорожью больше. Они... А это? Когда это будет? 20... Как, 20-го, по-моему. 20-го? А где? 20-го. За парком Патриот. Ну, еще квадроцикл он там вроде как запустит. Ну, это все дальше видно будет, как он там все. Ну, он как бы делает... Именно для этого. Угу. Хорошо, он развернулся там в технике. Ну да. Ну говорят же, что он прямо до Шойгу дописался, чтобы ему это. Он как бы даже на учет их там поставить, чтобы. Просто как экспонаты, чтобы они у него числились за ним. Что это лично его. Он там до Шойгу дописался. И он там дал распоряжение разрешить. Что такое. Угу. Ну, он и эту гонку, он как бы... Мы с ним общались. Он говорит, это как патриотическое воспитание молодежи. Он делает, чтобы вот... Скажем так, у водителя должны быть права. Какую? Ну, это не по машине, это там по моему. Да можно, конечно.
Привезете, папе покажете. Угу. Затужили. А зачем так сильно затужили? Не, ну как же, если суппорт открутится, это... Не, ну это сильно все-таки как-то там. Она же должна как-то так держаться. Надо без таких... Надо закручивать хорошо. А? Да. Тут вплоть до того, что я даже сейчас буду ставить на фиксатор резьбы, периодически их даже фиксируют специально, чтобы они не раскрутились. Ну так фиксация это одно, а другое так, дело... А фиксацию ее ж потом, когда она застывает, ее ж сорвать. А, вот она что. Вообще это дело серьезное, поэтому... Ну ясно. Тут нужно все... Хорошо закручивать. А я думаю, знаешь, что какая-то шайба грура или что там есть, так она как... Нет, на иномарках такого уже не ставят давно. Это все просто вот... затягивает и все, да? Да. Тут... И она держится. Да. Ну ладно. Донор, как вот, как, откуда? Донор, у него, допустим, просто, так сказать, недорогая машина. Вот у этой, допустим, у нее приостановили регистрационные действия. Вот, ее нельзя переоформить. Она как бы машина, но это я даже не знаю. Бывает там из-за долгов. Вот, как бы пристава судебные присуждают вот что. Ну. А, вот это стабилизаторы, да? Да, где? Вот это, или это стойки? Нет, это, я за пружины сменю, чтобы понять. А, вот эти, такие, да? Вот. Стабилизаторы, вот, передний стабилизатор. Но она в основном на чем рессорит? На вот этих же... Не, на пружинах, это амортизаторы. Вот на этих, да? Гидравлическая это самая, они же электронная машина. Ну да, там все это. Хурин, блин. Ну да, такие интересные, конечно, пружинки, как в этой. А это самое. Ну да, вон. Мы вам тут пропульнули эту ерунду, а вы ее съели. А то только раз в суд. А почему? А что и как? То есть, чтобы, знаешь, вот эту вот херню, если они затеяли, чтобы они понимали, что потом такой будет это шлиф вот этой всей этой вони, это что да. Лучше не затевать. А так они... Мне понравился мой знакомый коуч. Вот мне там, не знаю, лет, наверное, 10, если не больше, не засчитали в пенсии. Мол, там... Геннадий, одно Н написано, а у тебя два Н, ты или не ты, или еще что-то такое, вот куда-то там, знаешь, чтобы я там доказывал. И ему примерно такое же, а ни хрена, пошел в суд. И давай там голову им морочить, тоже как это. Все засчитали, все правильно. Ну да. так просто нельзя. Вот это совсем другие пружины, да? О. Само тоненькие. Тоже тоненькие, да? Конечно. Но тут больше вот эта гидравлика, да, работает? Амортизатор, да. Гидравлика. Тут выработки практически нет. Угу. Тогда бы у них действовало. То есть тут вот как обзовешься, так угу. И получится. Но все равно этот. Thank you.
Вот, а вот и мои очки делал, фильтр. Вот. Куда ты еще очки мои положил? Там. Смотри, пап. Я уже вижу. Опа. Че? Вон, видишь, все в массе. Вон, да. Так вот там, вот там, вот оттуда вон, где-то вон. Смотри. Я вижу, я хочу. Все-таки переклеивать прокладку. Ё-моё. Ну, передняя часть, видишь? А вот это чистое, смотри, вот там вот не оттуда, но вроде там сухо. Как бы он вымытый. Нет, ты смотри, вон там и вверху. Ну, может, сверху просто сюда? Да, в эти самые. Он течет туда дальше. Такое ощущение, как оттуда он мне. Он или сброс, или это самое отсутствует там. Ты видишь, как течет оттуда? Глянь, под лонжерон, видишь это? Тут просто реально брызгать не это самое. Не получается, а вот течет именно оттуда. Ты знаешь, как вот слив забитый, когда да это я самое. Я понял. И она течет пополам, под полы, везде под это самое. Ну это надо, значит, снимать там бар и под полы. Ванизма будет потом в салоне, блядь, немеренная, погниет все. Вот, видишь, вода вот она, вот пошла. Как бы течет из-под этого испарителя, если нет у него стока воды, то он течет в салон. Да ну. Поймали. Ну просто его по-другому не открутишь. Пришлось заказывать вот эту штуку, потому что кто-то перед этим затянул его, его не надо так затягивать. У него резиночка, кольцо, резиновое кольцо стоит, которое не важно, затянешь ты сильно или нет, оно не пропустит. Его нужно подтягивать просто и все. Некоторые вот так вот прут. Ну вот это масло сильно загрязненное уже как? Или как? Нет, ну это нормально. Нормально, да? Конечно. То есть это нормально, да? Оно ж вымывает внутри. Не, я понимаю, вымывает, а то некоторые говорят, вот такое там масло, что-то тут, я не знаю, что там. Что там может быть? Но оно не выпадает же клочьями камня. А, если клочьями камня. Это уже пипец будет. Когда там сада полная. Ну я сомневаюсь, если такое будет. Еще от качества масла, блин. У меня просто было, я даже всегда рассказываю. Когда еще Toyota только взял это. 90-е годы были вообще лихие, когда это самое, со всем этим, с маслами совсем. Когда... Эту, вот эту вот. Не, не сейчас. К сожалению. Все уже. Они экономят на это. Тоже. То есть на все экономят. Чем вообще ответ простой. Мы обкакались, занимайтесь дальше. Что такое? Ну позвонил, говорю, у тебя зеркальца нету. А. Мы это обкакались. Не мешай. Ух ты! Вот какие они сейчас, а? Какие они? Я вот что-то пока поменял, я бы уже пить бы сделал.
Я сейчас просто фильтр закручу и пущу машину, посмотрим. Что там? Я, может, я как-то его купил, не купил. А где ты будешь искать? Нет, ну, вон в этих. Или магазины закрыты сейчас. А, так они тут пошли, то раньше вот эта байда сразу все накручивалась и выбрасывалась. Да. А теперь они пошли вот по этому, да, пути? Да, что вот такой вот. Элемент. Па, да я здесь напускаю. Я думал, ты не услышишь. Пускается хорошо, мягенько так. Ну, у него веса достаточно. Эти клипсы защелкивали нормально. Я всегда насчет этих клипс говорил, то растеряю, то еще что-нибудь там. Они же вроде как одноразовые эти клипсы или нет? Не, эти не одноразовые, но просто их нужно правильно ставить. Или их как будто сняли. А поставить не поставили нормально. И, кстати, тут их не хватает. Нету клипс? У меня есть вот такие новые. Слышь, это, Дим, закажи и клипсы вот эти вот. Не, у меня есть, не по-моему. Ну и все равно, знаешь, и закажи еще так пяточек. Это такое дело. Что тут постоянно с ними какие-то проблемы. Ну вот он, движок теперь. Папа. Можно не опускать. Где ты это что увидел? Вот оно, масло. Вот тут. Вот. Вот, это тут идет передняя крышка, вот я не пойму, это ж клапанная крышка получается. Клапанная, да. Это передняя крышка, голова дальше, то есть это не из-под головы. Ну, ясно, не под головой, Где ящик, ты его не понял? Да вот я ящик, я его не нашел. Что там его ниже запустил, блин? Ну, тут я не Теперь зеркало надо. Да надо же. Как бы пиво. Потом подсюда, подожди. Чистая. Вот.
болтали. Вот он где болт. Это что у нас? Это передняя крышка, что ли? Ну-ка, давай сейчас откроем. Из-под болта идет, да? Ну, где болт, и она тут не понятно. Это может быть, когда помпу меняли и что-то не докрутили. Не дожали. Что они как раз вот помпу поменяли и говорят, что вот это. Так ну помпу меняли, что они не снимали крышку переднюю. Ну да, и сказали, что вот там и вот такая вот, мол, течь обнаружена. Так, смотрим. Ну попробуй его подтяни. На сколько там? 14? Ну, там желательно, насколько я понимаю, все вот от масла этого как-то очистить бы, чтобы потом понимать, она я течет. Я могу вас отправить, вам вымоют двигатель. Вот там вот. То есть, ну, просто это, так, где, так не очистишь. Где будут мыть? На Миге у Панкова. Где это? Горгаз. Хорошо. Они там гарантируют, что после потом поедет машина? Да, всегда мыли. Выкрутить, блядь, и на герметик посадить. А с чего ты взял, что это именно из-под болта? Это сейчас след от головки, я головку одевал. Я знаю, но мокрое это именно, где болт. Но оно мокрое и вокруг. Ну правильно, от него-то идет во все стороны. Вот там машина, у нее ничего не течет. Чистит, ё-моё. Вот уже 300 тысяч. Машина тех годов с этими двигателями, как 3УЗ, 1HZ. Это были те машины, которые миллионы ездят. И даже не чихают. Ну, потом я думаю, что я буду продавать, я буду на ней ездить и ездить. Да и правильно. Нет, и тем более я ее брал, она там 47 это, тысяч. Вот сейчас только 80, ё-моё. Благодарю. Ну тут протектор еще будет здоров, так же? Да. То есть езди и езди. Жару. Ну если вы на ней летом собираетесь ездить, ну, мне кажется, вы, возможно, даже вот это лето и это зима. И все. Потому что за лето она подотрется очень сильно. Она же зимняя. Ну, я так просто. Ну хорошо, я заменю. Она там лежит на Лиховском, я заменю ее. Если вы еще летом не поедете, то она может даже еще, ну, не может, а она еще и следующую зиму может отходить. То есть, ну. Я так думаю, может я вот это лето поезжу, а на зиму я куплю новую землю. Вы тогда, если менять землю, думаете, отъездите это лето и эту зиму на ней, а на следующую зиму уже тогда купите. А, вот так вот, да? Ну, конечно. А зачем? У вас еще протектор, я не думал, что вы за это лето его сотрете прям настолько. Но зато зачем в этом году, когда можно. Потом, да? Да, в следующем уже купить. А то, что 14-й год и что 6 лет уже. Конечно. У вас сейчас особо народу нету. Да, да. Сейчас же люди как бы это. У кого денег нету, у кого что. Ну да, все поели. Тут, блин, с этим. Все съели. Коронавирусом уже. Люди не от коронавируса помрут, а от голода. Значит, ты удачно развернулся, да, в аквапланировании, навстречу никого не было.
деле, ну, повезло. Мне просто не повезло. Ну, это хорошо. Это очень хорошо. Хорошо, бывает так. Да. Ну, вот. Я это сейчас помню. Да. Ладно, давай я потом. Там еще у Лексуса такое же масло заливали, да? Это, наверное, тойотовская была. Там тойотовская, железный бак. Ну да. Да, да, да. Это хорошая масло. Ну, чистенько какое масло. Да, новое же. Ты как раз на мой объездной купил. Чистенько. Да, там что-то вроде как остаться должно. Останется, конечно. Сюда не это, это у нас 10 литров бывает. Сюда не должно. Одну залил и проверил. Потому что остаться должно. Он уже масло щупал. Сколько они примерно мотор моют времени? Мотор недолго должен. Не, можете вечером поехать помыть. Это... не принципиально. После обеда. Обеда. Сейчас надо это завести его. Сейчас заведем. Прямо. Много чего. И тут самое интересное, это надо вот. Я бы сейчас показываю, чем люди дышат. Отпечаток. Вот это еще ничего. Бывает намного хуже. Ну, если бы я не менял, да, то, ну, то было бы.
А при том, что стоял, фильтр, по-моему, даже хуже, чем этот. Ну да, тут потоньше. Тут прямо такой хороший. Ну вот, все норовят, знаешь, это, подешевше. Ну да, так зато цену ломят-то так. Ну да, он, возможно, даже вот этот Toyota Camry, а не GPK. Якобы подходит, да подходит, и хрен с ним. Так и есть. А там ничего не надо там переключать, а то как вот поменяешь на том черном, там что-то там надо переключить в этом. Нет. А тут ничего не надо, да? Здесь бывает, вот, смотря как ездить, откуда у вас забор воздуха. То периодически приезжают, и у них забор воздуха, когда с улицы стоит, у них крышка перекрывает этот фильтр. Там нужно включить, переключить, чтобы она открыла этот фильтр салона, его можно было вытащить. А то еще там, знаешь, вот в смысле в голове что-то там переключается, что, мол, там, фильтр как бы сменен. Вот что-то там. Не, такое. Это сейчас, когда мы опустим, у вас загорелось то, что нужно поменять масло. О, вот, сброс. Ну, это когда оно высветится, то есть. Тогда надо, да? Конечно. А я сейчас, как же сейчас брошу, когда оно даже еще не высветилось. Не знаю, может быть, конечно, и можно сбросить, что он отсчет пойдет, там каждые 10 тысяч говорить будет. Ну, минимум, самый минимум. Еще надо, да? Ну, конечно. А он же, я же для чего заводил? Он фильтр в себя взял, мы же слили, получается, когда фильтр выкрутил. Он фильтр в себя взял. И заливать надо. Чуть-чуть ниже верхнего уровня, но я не буду доливать. Стечет? Оно... Не, оно не то, что стечет, просто что сейчас тепло, масляного голодания не будет. Оно не нужно, как бы до самого верха его доливать. Не, я могу, конечно, но... Взводить, да? Да. Вот, легочка. Шок, она тогда держит. А они были прям... Их нужно, чтобы вытащить, нужно сильнее нажать. Они проваливаются и вылазят. Вот, я не знаю, их либо сильно пережали, что они провалились и не держали. А, пережали. Либо их не взвели и просто позапихнули, что вот они вот, ну, как бы есть. Угу. А то, что значит, вот это масло сочится, оно ничего там испортить не испортит. Просто там капает там. Просто, что грязь. И все, вот да? Это вот, да. Как бы, это вот, ну, есть такие люди, которые, ну, вот оно капает, оно не должно, значит, надо убрать. Вот как бы, вот так вот.
Папа у нас из таких, которые как бы, ну, капает, да капает, да капает. Это мне, знаешь, нравятся котельные. Котельные, там пар. Потому что что-то там пар где-то идет. Капает. Что-то где-то капает. В котельную, как покажут. Или там, допустим, тот же пароход здоровый. Что-то там все, там такое вот в машинном отделении. Такая-то ерунда идет. Если есть там еще эти, повставляй это всю эту ерунду тогда. Штуки-хрюки. То есть, а сейчас отец это и крестовину еще смажем, да? Да, и все. Что-то оно уже долгое. Блин, как Там отверстие есть или нет, или как-то так? Там специальный этот. Куда вставляется это, да? Да. Этот как его. Из головы вылетел. Ну, короче, специальная такая сосок, да? Куда да, это да, все? Да. Вот я почему и хотел, чтобы он тот шприц принес. Тот шприц почему-то не продавливает ее. Масюка-то. Да вот она, осторожно, вот она повылазила, а вовнутрь не попала. Вот шприцевание в сети. Сам сосок забился. Не, это я поменял этот. Не знаю почему, может быть он такой просто так сделал. Слушай, много ты туда закачал. А сюда, да. Это ж вообще говорят, пока вот это вот не начнет двигаться. А, вот она, это? Она потом выдавит. Вот видите, у вас вот тут вот грязь вот эта вот. Угу. Это ж потом все равно выдавливает смазку, и она вот раскидывает ее по сторонам. А, так же и вот здесь. Вот следы. Вот это ж... Вот этот вот шприцует, и он выкидывает наружу. Лишнее. Да, а их же мажет вот так вот. А она вон, старая смазка вылазит. Мы же новую туда забьем, а старая вылазит. И она потом разбрасывается вот здесь вот. Оно как бы хуже нет, оно ржаветь не будет. Ну это да. Как папа говорит.
как всегда говорят, с маски много не бывает. А, еще, да? Конечно. Так вот. Так. Вот эти вот самые проблемные. Почему я хотел папу дождаться? Не лезет. Ну да, они мы раз. Ну просто потом еще протянут немножко. Вот это еще правильно. Ну, извините, как я у вас тут сейчас колесо, колеса откручивал с трубой. Ну да. А представьте, вот где-то у вас колесо нужно будет поменять где-то на дороге. Вы ж не открутите эти гайки. Ну да, сильно так не затуживай. Не, я это делаю нормально, вот. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!